О. И чё нахуй? Слышь. Я не понял, сука, бля. А, ладно, похуй. Как говорил Секси Бэтмен в одном видео, ну, тот, который из заставки у меня в самом начале. О, какие грязные парни. Я люблю грязных парней. Вы его нашли, кстати, ёпта? Не волнуйтесь, усатик, я найду вашего капитана, ёпта, и мать за вами приедет. Роскомнадзор. О да, Секси Бэтмен выходит на охоту. Так, короче, вот так у нас. Мы, короче, прошли Крока, убийцу, прошли Шляпника и прочих долбоебов. Теперь, короче, нам нужно выбрать новое задание. Хотел, короче, уйти. Хотел со всеми поздороваться, всем привет, с вами Доки Трэш и так далее. Ну, короче, тут мы увидели лапку Крока. Отрезанная рука, ранее принадлежавшая Уэйлану Джонсу. Он же Крок-убийца. Лечебница гад отгрыз руку мне. Но мне все равно его жаль. Хотя вообще-то у меня-то руки не отрастают. Ёпта. Так, короче, ладно. Какое задание мы... Блять, подожди. Так, выбираем задание. Да. Даже не знаю. Давайте какое-нибудь задание выберем. Давайте выберем задание, блять, которое, не знаю... Теневая война, да? Плохие новости, сэр. На крышах на острове Миагами были замечены бойцы Лиги Убийц. Ну, наверное, это они, сэр. Полицейский назвал их, цитирую, чокнутыми ниндзя. Спасибо, Альфред, я проверю. Какой вкусный шоколад, а? Белый, блядь. Короче, вот. В каком-то из видео я хотел поговорить с дьяконом. Тем бомжом, которого я арестовал. Который проводил культы всякие, обряды, хотел убить нашего журналюгу. Ну так вот. Не сказал и не сделал. Не поговорил с ним. Теперь я с ним сейчас поговорю, вот здесь. Ты здесь надолго. Blackfire. Дитя, эти решетки не удержат меня. Придет время, Господь растопит их, словно горячий воск свечи. И я буду свободен. I'd keep praying if I were you. В твоем месте я помолился. О, я буду, я помолюсь за каждого, за всех, за блудших детей Готэма. Особенно за тебя, Бэтмен. За тебя я помолюсь особо. Ах, будьте проклят, миллиардер Брюс Уэйн. Добавим в растущий список грехов еще и алчность. Ты не можешь иметь секрет от Бога. Его свет проникает даже в самые темные сердца. Я не могу простить тебя за то, что ты сделал, дитя. Возможно, Господь может. Я замолвлю словечко. Короче, ладно, вот. Мы с ним поговорили, теперь пошел он нахуй. Так, я вроде бы пришел. Ну куда же идти надо? Ага. Мертвы. Немногим по силам справиться с двумя из Лиги Убийц. Нужно смотреть место преступления. Рубленные раны были нанесены длинным и острым клинком, похожим на ее меч. Такие же раны, другая одежда. Они сражались друг с другом. Третий меч. Его явно обронили случайно. На клинке кровь. На неубитых. Бежавшая была ранена тяжело. Нужно обыскать крыши и найти ее след. Сейчас будем искать. Это пиздец будет. Вообще долго. Поэтому я просто перемотаю. Альфред, типа, я там иду, там, короче, по следу убийц. Раскол внутри Лиги, как такое возможно? Раса и Гул всегда жестоко карал за инакомыслие.
Его тело пропало после той ночи в Архам Сити. Я думал, ну пизда. Возможно, нет, сэр, убийца могли найти себе нового лидера. Или лидера, которые могут даже опаснее Раса Игула. Тут, короче, другое здание появилось. Спасти пожарных. Сейчас мы их спасем. Люблю быть Батманом, да? Вот так вот. Я, конечно, мог бы этого не показывать, но мне нравится пиздить на камеру людей. Я не офник, слава богу. Но мне нравится пиздить людей на камеру в игре. В игре просто это эффектно, это правильно, ты пиздишь виновных. Бэтмен, боже, это правда ты? Успокойтесь, сосредоточьтесь, поджигатель по следам, которого несколько недель шла ваша бригада Светлячок. Светлячок, точно! Я не видел полицейской досье, но подозреваю, что взлома не было. Современная охранная сигнализация, автоматика, каждый раз все было отключено. Кто бы он ни был, он всегда был на шаг впереди нас. Даже начальник забеспокоился. Так, что пройти, мне потребуется отключить генератор. Типа, след обрывается здесь. Так. Все, теперь можем спокойно проходить. Так, теперь мы идем куда-то вниз, блять. И тут, получается, у нас, типа, есть целая база, на которой была устроена эта хуйня. Вас к этому готовили. Следуйте приказам. Вы адепты лиги. Вы. Необработанная сталь. Бои заклят ваше тело и разум. И тыры-пыры-тыры-пыры. Повстанцы слабы, им не хватает верности. И вы нанесете удар в их гнилое сердце. Они скоро прибудут. Когда это случится, я дам приказ об атаке. За лигу! Сейчас дадим пизды лиги справедливости, нахуй. Сука, опять эти юбилы. Необработанная сталь, сука. Пластмаска, сука, гнилая. Вот так нахуй. Бей бабу поебало, вот так вот. У. К такому я не был готов. Ну ладно, снимаем ширинку. Приступаем. Ладно, я шучу. Так, след ведет за эту автоматическую дверь. Она закрыта, нужно открыть ее. Как, суку, я ее открою, блять, как? А никак, нахуй. Только если вот так. Так, получается... Так. У меня постоянно, блядь, слово. Так. Короче, хуй с ним. Мы сейчас будем пытаться открыть дверь. Как мы это сделаем? Мы это сделаем вот так. Поверни рычаг. Чё ты не поворачиваешь? Альфред, нужно восстановить энергоснабжение. Больницы. А посмотрим, снаружи здание находится запасной генератор, сэр. Прикинь. Thanks, Alfred. Нихуя себе, спасибо, Альфред. Так, ебашим снаружи. Так, получается, вот он генератор. Текс. Все. Мы все включили. Ебаные шарики. Теперь поворачиваем снова ебаный рычаг. Секундочку. Секундочку. И вот у нас будет сейчас рычаг. Вот. Оп. Все. Шикарно. Сейчас шикарно у нас. Так, все. Идите по следу крови. Ну, допустим, идем.
Я немножко нихуя не понимаю, ну ладно. Ну наконец-то, блядь. Давно не пользовался этим спреем. Да ты... Хуйня какая-то. Ну ладно, короче. Какой-то вызовший. Голова демона не должна... А, то есть голова демона, не должен возродиться. Блять, пиздец. Три ошибки сделал в одном предложении, блять. Не смог прочитать. Охуеть. Красивые, но, сука, дохлые. Чё с ними не поделаешь? Эх. Подожди. Trail heads over the damaged floor into the morgue. След ведет по разрушенному полу в морг. Мне надо найти туда вход. В комнате рядом с дверью есть предохранитель. Где? Где это рассобьет? Сука, я чуть не упал. Так, предохранитель, да, значит? Я опять нихуя не понимать. Я понял, блять, вот я долбоёб вообще, даун дебил. Мне нужны были там, через эту дырочку. Вот здесь нахуячить надо было. Как я не догадался, блять, пиздец. Я что, давно не играл в Бэтмена или еще что? Хер его знает. Ну вот теперь у меня все нормально. Теперь проходить можно. Довольно знакомая эта хуйня вся. Вот это. Так, короче, вот. У нас здесь должна быть подсказочка. Ой, подсказочка, блядь, здесь должна быть ловушечка. Как называется эта хуйня? Короче, типа загадка, да. She's dead. Она мертва. Видимо, кровопотеря. Сэр, похоже... Похоже, просто убежать. Ловушка, похоже, одной кнопки тут недостаточно. Нужно воспроизвести порядок ее действий. Это самое интересное. She hit the switch. Она использовала этот переключатель. She pressed the switch. Она использовала этот переключатель. Looks like she pressed. Похоже, она использовала the lower switch here. Нижний переключатель. She attempted to press. Она пыталась использовать переключатель, но раны взяли свое. Так, получается. Попробуем. Wrong. Ой. She must have hit them in a specific order. That's not right. I must have hit them in the incorrect order. Допустим, раз. Допустим, два. Допустим, три. И 4. Вот и все, мы прошли. И мы нашли Рас аль Гула. Того, кто самый главный в лиге убийц из Архам Сити. Ему пиздец, мухана. Раз, два, оп. You dare approach Rick Al Ghul? Если приближаться к Рас аль Гулю? You've brought him back too many times. Слишком часто его воскрешали. Он все еще жив только из-за потока частиц Лазаря. He will rise again. Он вознесется вновь. Убери меч, мы не будем сражаться. But war is coming. Но война близко. Предатели Лиги хотят воскрешению Рас аль Гуля. Разгули. Мы скорее спалим Готэм дотла, чем дадим хоть тронуть владыку.
Дайте им умереть, чтобы к утру вас здесь не было. Повстанцы нашли другой источник. Практически чистый. Нам лишь нужен образец его вод. Я не стану вам помогать вернуть его к жизни. Но тогда твой город будет тянут в войну. Мы знаем тебя, детектив. Ты не дашь невинным погибнуть. Но и убивать голову демона не станешь, даже чтобы спасти их. Ты выполнишь нашу просьбу. Твой драгоценный моральный кодекс не даст тебе выбора. Детектив, помоги мне ради Талии. Я такой, блядь. Мне же придется ради своей любовницы, сука, спасать ее батю. The traitors will die. Так, ладно, короче, нам сейчас будет выбор. У меня был выбор. Я, короче, в прошлый раз в оригинале, когда проходил первый раз, я его убил. У него осталось там буквально типа неделя и. А, не даже меньше, несколько дней. И получается, как бы вроде бы он сдох, но вроде бы и не сдох. И получается, я его отвел в тюрьму. И там, получается, мы с ним просто поговорили и все. Типа, ну это означает, в принципе, что я его заведомо убил. А теперь попробуем. Дайте ему воскреснуть. Сэр, вы можете помочь вылечить Рассал Гуля, чтобы потом сдать его властям. Альфред, ты же знаешь, он сбежит из любой тюрьмы. Да и на срока его не испугают. Верно, сэр. Что вы намерены предпринять? Найду второй источник воскрешения и защищу его от негодяев. Альфред, сканируй датчик Бэтмобиля. Нужно найти следы частиц лазера в системе водоснабжения города. Это поможет мне найти источник. Симуэта, сэр, отправляю вам оперативные визуальные данные. Это, конечно, хопздец. Следы ведут в верфь, дальше я пойду пешком. Так, получается, я не знаю, то ли я правильно пошел, то ли я неправильно пошел. А не, все правильно, все правильно. Сейчас будет пиздец. Хопа, от винта. Так, куда я? Нет, не сюда. Мне нужно туда. Так. Где? О, тросомет нужен. Вот так. Так, все, мы эту хуйню всю это сделали, все это самое. Теперь, короче, у нас тут осталось, блять, дело за малым. В принципе, это DLC очень маленькое. На самом-то деле. Оно короче, чем кажется. Вот и источник воскрешения. Хоп-хоп-хоп. Сейчас мы найдем знакомую его тёлку. Нарушитель, мы сторожим это место во имя нашего нового лидера. Аллаху Акбар, вы свободны. Бей его. Сейчас мне дадут пизды. Ух ты. Всех отвезти. Ох, как же ненавижу этих самураев, блядь, после прохождения DLC с Азраэлем, блядь. Оп. Все, короче, мы всех отпиздили, но сейчас появится там одна тёлка. Повернись медленно, отдай мне детонатор. Nissa,
Ниса. Сладкая пописа. Thank you, спасибо, Брюс. Раз знает, что его дочь сражается за повстанцев, и это они сражаются за меня, а этот зомби даже имени своего не помнит. Не помнит, какой сегодня год, не помнит, что его дочь умерла. Мне тоже жаль Талия. Она была глупой и верной. Я нет. Ты понимаешь, что война в Готэме не прекратится, пока эти трубы питают труп моего отца? Чего ты хочешь, Ниса? Вернись к нему, уничтожь свою проклятую машину и дай тому, что осталось от моего отца, умереть. Я не убийца. Он и так уже мертв. Он умирал сотни раз. И каждый раз, когда источник воскрешения возвращал его к жизни, в нем оставалось все меньше человеческого. Я боюсь представить, чем бы он стал. Попади это. I tremble to imagine what he would have become if this had fallen into his followers. В руки лоялистов. But with him gone, но когда его не станет, я возглавлю его. And it will shed мы перестанем убивать невинных. Мы покинем Готэм. Никогда больше не вернемся. Never to return. How can I trust you? Как я могу тебе доверять? Клянусь той, которую мы любили, клянусь могилой своей сестры. Я выиграю эту войну, темный рыцарь, но теперь решайте, как долго она продлится. Думаешь, ну нихуя себе? Выебал одну, теперь другая хочет выебать меня. Две сестры, блядь. Ебаный в рот, не дать не взять. Ладно, возвращаемся к Рас-Аль-Гулю и воскрешаем его. Мы же не убийцы. Плюс я в прошлый раз его уже воскрешал, мне это неинтересно. Мне теперь хочется посмотреть, что будет с ним, если я его воскрешу. Ниса всегда отличалась рассудительностью, но вы ей доверяете? Да. Но готов ли вы ради нее убить, сэр? Нет, не готов. Поэтому... Сэр, если позволите, я не хотел заметить, что, учитывая, сколь ненормально же долго жил раз, этот, что сейчас он еще дышит, благодаря машине, и говоря о том, что, по сути, он уже мертв, можно сказать, что... Я поклялся не убивать. Он опасный, непреклонный фанатик, сэр. Мы не знаем, что он сделает, и кому не вредит, когда полностью восстановит силы. Неужели вы считаете, что убить и помешать противоестественному воскрешению — это одно и то же? Что бы ты сделал, Альфред? Не знаю, сэр, но я поддерживаю любое ваше решение. Лоялисты организовали оборону. Весьма предусмотрительный, сэр. Так, блядь. Да ладно, блядь. Ай, сука, опять с этой хуйней ебаться, ну ёб твою мать. Как вы мне прикажете, блядь? Вот так мы и справились. Да. Да, да, долбоёб. Ой-ой-ой-ой. Как здесь вырубить ток, блять? Да похуй! Так, давайте вырубим ток здесь, а потом нормально пойдем. Чё за хуйня? Геймплея никакого, блять, нормального нету, потому что, блядь, все везде наэлектризуется, блять, везде ходят самураи-ниндзя, блять, ложат свои ебаные мины. Вообще пиздец неудобно. Как спрашивается, блять, тут должен хуйней заниматься, эй? Так, дать лекарство, дадим лекарство. Довольно медлить, пора вернуть. Я делаю это не ради тебя.
Нет! Тут все пиздец начинается, спасибо. Ненавижу, сука, самурая. Все, короче, мы всех отпиздили. Теперь осталось, блядь, Ниса. Хуиса. Why? Почему? I told you. Я сказал, и не убийца. I'm no killer. And you think that means ты правда no считаешь, что на твоих руках нет крови? Ниса. Ниса, дочь моя. Daughter. Traitor. Предательница. Вот так. There might be Lazarus chemicals. Возможно, там остались частицы no. Лазаря. Нет, так нельзя. Нужно было not дать like ему умереть. You should have let him die. Rache kills for his cause. Раз убивает во имя своей цели, а я нет. Stubborn. Упрямый осел. Stupid. За этого тебя я любила. It's why she loved you. Я думал, он хотел ее сиськи потрогать, ну ладно. Тупой юмор. Stupid humor. Я все организую, сэр. Thank you. Спасибо. Сэр, если позволите, полиция сообщает, что повстанцы покидают город десятками. А раз еще долго будет восстанавливать силы. Вы только что предотвратили войну. Ну и все, в принципе, мы так и так войну предотвратили. Что так, что сяк. В общем, все заебись, короче, это был Доки Трэш. Всем спасибо, всем пока, играйте в хорошие игры. И никогда не спасайте Расрога Айгуля. Иначе ваша шлюха умрет. Умрет, блять. Умрет. Ну вот и видос подошел к концу. Блин, на самом интересном месте. Зато скоро будет новый видос.